физкультурно-оздоровительном комплексе имени Мухарбия Киржинова прошел первый отборочный тур районного семейно-спортивного мероприятия «Мама, папа, я – спортивная семья», организатором которого является Кашихабльский комплексный центр социального обслуживания населения при поддержке администрации муниципального образования Кашихабльский район. Мы рады, что, отложив свои дела, заботы, вы пришли поучаствовать в нашем спортивном празднике. Папа, мама, я – спортивная семья. Организатором первого отборочного тура районного семейно-спортивного мероприятия является Кашихабльский комплексный центр социального обслуживания населения при поддержке администрации муниципального образования Кашихабльский район. Ну и, конечно, дорогие друзья, участники, дорогие гости, уважаемые жюри, проводить сегодняшнее мероприятие будет всеми нами любимый старший тренер ДЮСШ отделения футбола Юсупов Руслан Нурбиевич. С приветственным словом выступил Рамазан Агиржаноков, начальник филиала номер 4 по Кашихабльскому району Государственного казенного учреждения Республики Адыгея «Центр труда». Он отметил, что конкурс призван укреплять семейные отношения и формировать у подрастающего поколения позитивные установки к сохранению и развитию семейных традиций, к созданию полноценной семьи. Очень рад видеть вас всех в здравии, в хорошем настроении, с бодрым настроением, чтобы принять участие. Естественно, что каждый из вас думает, что пришел с таким желанием, что победить. Удачи всем. И добрая традиция, которая сложилась у нас каждый год. Наш район один из первых, который принимает участие в республиканских, а и даже федерального уровня. И я скажу, у нас хорошие успехи. И в этом году, чтобы у нас удача сопутствовала всем вам, нам и нашему району, чтобы мы достойно могли защитить. С напутственным словом также выступили директор Государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея Кашихабльский комплексный центр социального обслуживания населения Сальман Малахов и старший инспектор по делам несовершеннолетних по Кашихабльскому району Лариса Нагоева. Каждый год мы проводим это мероприятие. Этот год, год семьи, как было обозначено, и такое семейное мероприятие довольно значимо для нашего района. Сегодня грандиозное мероприятие. Наши команды, наши семьи, которые участвуют здесь, которые здесь выигрывают, в республике добиваются определенных успехов. Первое место много раз занимали, второе место занимали. Надеюсь, в этом году мы отличимся. Мероприятие прошло весело и интересно. Ребята вместе с родителями принимали участие в различных играх и соревнованиях. Время, проведенное вместе, понравилось и детям, и взрослым. Спортивная эстафета помогла сплотить родителей и детей в еще более дружный и единый коллектив под названием «Семья». Все могли отдохнуть, отвлечься от повседневных забот и просто повеселиться. По итогам соревнований первое место заняла семья Щеголихиных, второе место – Дятловы, третье – Капустины, четвертое место – Терчуковы и пятое место – семья Езуговы. Все участники получили грамоты и подарки, отличный заряд бодрости и море положительных эмоций.